Всем привет, с вами Погнали Let's Play. Мы продолжаем проходить игру «Как достать студента». Погнали. У нас уровень «День штангиста». Описание к нему мы слышали уже. Так что, погнали. Так, мы взяли шпильку и солидол. Лезем наверх. О, давайте заберем бюстгальтер. Пора для чего он обнужен, я не знаю, честно. Честно, не знаю, где нам может пригодиться бюстгальтер в данном... Ну, точнее, в данном дне. В данном дне, вот. Привет, девчонки, как дела? Ну, до свидания. Не хотите со мной общаться, ну, и я с вами тоже тогда не буду. До свидания. Берем мыло. И давайте порубимся в аптечке. Угу. Мыло. И что у вас в аптечке? Крем для бритья. Ясно. Угу. Так, идем на кухню. О, давайте порубимся сейчас в мусорке. Значит, получается, что он в миксе вот себе коктейли свои делает. И мы нашли таракана в мусорке. Ну и я даже знаю, что можно с этим сделать. Можно взять таракана ему в миксер добавить. Давайте спустимся вниз вот тут вот. Получается, что наша девушка тем временем в спортзале занимался. Угу. Понятненько. Вот это он, конечно, решил попить себе этих коктейлей своих энергетических попить. Решил, но сейчас у шкафа закроет, мы увидим. Видите, его бицепсы, они ничуть не изменились, ни на каплю, честно. Так что видно, что у него ни хрена не получается у нашего соседушки. Входим. Идем сюда. Давайте пойдем ему шкафчик взломаем. У нас шпилька есть. То, что... Это шкафчики сломать, шпилька, это реально. То, что... В принципе, если бы у вас была бы не шпилька, а скрепка, то тоже можно было. Идем. Давай. О, я понял, для чего там бюстгальтер. Давайте мы ему в шкафчик бюстгальтер подложим. Быстренько идем сюда. О, постер. Мускулы. О, Арнольд Шварценеггер, я так понимаю, да? Угу. Давайте мы ему гею солидолом смажем. Идем отсюда быстренько. Наверх. И сюда. А, нет, давайте уж сразу сюда. Я думаю, мы успеем. У нас времени должно хватить. Упада, я стол забыл смотреть. Оказывается, чувак может стол смотреть. Угу. Ну давайте осмотрим. Девчонки, я у вас на столе боруюсь, вы не против? Видимо, нет. Ну идем. Блин, вот, я пропустил этот журнал. Можно было, видимо, журнал этот налепить на постер, блин. Блин, вот это я тупанул, конечно. Ну, ладно, давайте мы тогда приколы в ванной пока поделаем. Давайте мы ему... Добавим крем после бритья на зубную пасту. И зеркало изрисуем. Идем. О, как нашего соседушку-то взбесило. Взбесили-то наши пранки его, как сильно взбесили. Это видно. Сейчас было что-то страшное. Точнее, странное, извините. О, давайте мы ему мыло положим на пол. Сейчас было нечто странное, у меня сейчас игра вылетела опять. Ну, как я говорю, я из-за этого склейки делаю. Ну, сейчас она вылетела как-то по-особенному, сейчас она вылетела. Честно. Сейчас она как-то по-особенному у меня вылетела. То, что... По-другому это не скажешь. Вот я теперь не могу мышкой это вот обзор вниз сделать. Мне приходится это делать стрелками.
Ну, ладно, я до вас, для вас я видео досниму, все равно. Все для вас, дорогие подписчики, я досниму это видео. Обязательно. Сейчас. Ладно, видим, что наша соседушка идет наверх. К зеркалу. И сейчас он увидит улыбающееся зеркало. Идем. Быстренько вниз. И сюда. То, что я уже даже знаю, что нам можно сделать. Я уже сказал, можно взять этот модный журнал на постер налепить. Глянул, наверное, сейчас соседушка такой. И офигел, наверное, от того, какая он жаба. О, какая девчонка. Ну, вот это самое то для спортзалов. Вот самое то, я отвечаю. Идем на кухню, чтобы соседушка нас там не спалил. Осторожно, скользкий пол, соседушка. На кухню, я сказал. Так, блин. Остановись, мышка. Видимо, соседушка уже попил чай этого своего коктейльчику с тараканом. Видимо, уже попил. Вот музычка мне нравится, музычка хорошая. Зубной пастой что-то не то. Это заметил наш соседушка. И теперь он идет такой сейчас в спортзал. Ну, я так понимаю, ну сейчас он получается идет переодеваться. Угу. Ту-ту. Угу. Он почти пришел. Сейчас будет, получается, что он опять переодеваться, зайдет опять в спортзал и увидит вот это. Вот эту картиночку. Хм. Посмотрим на его реакцию. Кстати, вот эта девчонка, вот эта, она... мне сейчас чем-то капельку напоминает... Сейчас посмотрим. Вон тут. Ту девушку, которая слева, чем-то мне напоминает ее очень. Честно. Прям очень напоминает. Может, это правда она? Может, фотомоделью была? Я не понимаю, а чё соседушке нашему не понравилось? Я что-то не понимаю. Что, нормальный постер? Что ему не понравилось? Ладно. Сосед сегодня красуется перед девчонками в спортзале. И на брусьях, и в прыжках через козла. Дамы и господа, смертельный номер сальто мортале в исполнении моего соседа. И что же, мы полюбуемся с вами этим смертельным номером, но сделаем мы это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и можете даже посмотреть мое предыдущее видео по этой игре. Оно будет здесь в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.